Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим игру Haunt, The Real Slender Game. Да, это очередной Slender, и несмотря на то, что Slender меня просто задолбал, это что-то новенькое, это что-то интересное, выбивающееся из общего ряда однообразных игр, в которых нужно бродить по непонятной местности и что-то искать. Здесь нас ждет что-то более интересное. Давайте смотреть, игра вышла только что, поэтому... Так, кто я? Нуб, геймер или паранормальный? Я геймер. Что ты будешь делать, если ты проснешься в месте, которое ты никогда раньше не видел? Ну, я, наверное, не знаю, сяду и буду плакать. Лес. Прекрасная графика. Я не знаю, на каком движке сделана эта игра, но выглядит, надо сказать, она на 5 с плюсом. Ой, промозглый дождь, какой ненавижу. Грозой. Здесь у нас аварийная машина стоит, что ли? Кто-то должен быть рядом. Нужно найти его. Попробовать поискать помощь. Понятно, это у нас карта, значит. Хорошо. Зеленый парк. Что это? Project Haunt. Все, что я знаю, процесс адаптации, самая важная вещь. Ой, вообще нечитабельно. Не могу прочитать, к сожалению. Так, как тебя закрыть уже, елки-палки? Так, пожалуйста, уберись, мне без тебя тут тошно. Ага, там. Хорошо, батарейки. Знаете, это мне что напоминает? Помните игру Escape, что ли, называлась? Это похоже на ее доведенный вариант. Но, тем не менее, чувствуется, что это нечто другое. Отлично. Кто-то кричит. Конечно же, мы направимся в ту сторону. Возможно, этой девушке нужна помощь. Я, честно говоря, карту не запомнил совершенно, поэтому мы идем наугад. И мне, надо сказать, уже довольно-таки срачно. Я не знаю, как действует Слендер в этой игре. Тоже злится, когда мы на него смотрим. Мы, похоже, нашли еще одну бумажку. Так, мы здесь. Карта, надо сказать, довольно большая, да? Ой, как темно. Пойдемте сюда, я не знаю. Я так чувствую, за первый визит мы и половину карты не посмотрим. Тем более, что можно уйти в лес, да? Но мы, ясное дело, не будем этого делать. Дураков тут нет. Ох, что-то как... Как же тут неспокойно, да? Там у нас что-то темнеет. Возможно, нам... Хотя вот тут что-то есть. Это очередной указатель. Здесь мы видим какой-то дом. Да, мы дошли до первого дома на карте. Давайте посетим его. Можно было пойти с первого этажа, но мне кажется, не самая лучшая идея. Все выглядит заброшенным, причем очень давно. Но, к сожалению, с этого балкона в дом мы не попадаем, поэтому давайте все-таки пойдем по низу, хотя мне этого не хотелось.
Красивая дверь. Жуткое место. Где вся мебель? Не смотри назад. Уже мурашки по коже от этого места. Батарейки, я не уверен, кончаются ли они. Мы будем собирать. По-моему, слишком ярко засвечивает фонарь, да? То есть я буквально не могу прочесть надпись на стене, когда тушу его. Не могу ничего увидеть из-за темноты. О, ключ. Ключ от дозорной вышки. Ну, увидите, да, игра сделана на порядок более качественно, чем все эти слендеры в последнее время вышедшие. Чердак, отлично. Дверь, откройся, пожалуйста. Что самое печальное, то что, в отличие от тех слендеров, я не знаю, что тут меня ждет. Что написано? Отпусти меня, крови написано. Отлично. А без фонаря уютно тут, да? Хоть век живи. Ой, блин, быстрее включите. Страшно. Ох, давайте выходить отсюда. Нам, я так понимаю, в дозорную вышку, которая дальше по дороге. Я хочу домой. Я не хочу тут находиться. Ненавижу хорроры. Вот дозорная вышка посередине, похоже. Поэтому мы сейчас пойдем по дороге и повернем направо. Жуть-то какая, елки-палки. По крайней мере, играем за мужчину. Когда мы играли за девушку во втором слендере. Это было особо печально. Потому что не знаю, как вы, а я люблю девушек. И мне ее было очень жалко в конце. Чего несу вообще? Как обычно у меня во время самых жутких игр начинается так, словесный понос. Правильно я думаю? Похоже, что да. Джиперс-криперс. Цвет твои глазки. И что там еще было? Раз, два. Фредди поймает тебя. Блин, мне жутко, я не знаю. Вот это ожидание и эта тревожная музыка, это, по-моему, самое худшее, что может быть. Это мода вот на это ввелась со времен SCP-087. И они, гады, продолжают муссировать эту тему. И когда под конец что-нибудь выпрыгивает, ты уже просто не то, что пугаешься, ты уже в истерике. Что там на земле лежит? Что лежит на земле? Батарейки? Кто-то раскидал услужливые батарейки. Так, сейчас нам нужно в поле, куда-то вон туда. Это что? Телевизор? Телевизор в середине кукурузного поля? Это странно. Какой-то старый фильм. Нафиг, я валю. Где-то здесь что-то мы должны найти.
помимо своей смерти? Почему я свернул с дороги? Куда я иду вообще? Ой, не надо вот этих звуков. Нет, не надо. Нет. Так. Возможно, подъем наверх. Это то, что нам нужно. Да, где-то так. Видимо, мы идем правильной дорогой. Ой, выпустите меня отсюда, пожалуйста. Это просто капздец какой-то, ребята. Эта игра гораздо страшнее тех слендеров. Ну, поначалу, конечно, первый слендер пугал именно своей необычностью, но эти игры сделаны крайне примитивно. А вот этот уже профессиональный подход. Именно тут понимаешь, что тебе жопа. Куда я иду вообще? Я надеюсь, туда, куда нужно. Ну, вроде он там темнеет, дозорная вышка. Ох, так, ладно. Все нормально, ребят. Выберемся отсюда. Правда? Я надеюсь. Что-то на какую-то горную тропку отсюда, если что-то... Так. Это оно? И чё? Зачем мы сюда пришли? Понятно, еще одна страница. Осталось 10. Подо мной кто-то ходит. Ребята, это плохо. Мне нужно возвращаться. Отлично. Долбанный расшатыватель нервов. Не так давно мы смотрели игру Dream of the Blood Moon. И там я говорил, что находиться в том лесу очень страшно. По сравнению с тем, что творится в этом лесу, тот лес — это просто, я не знаю, Диснейленд. И опять несу, что попало. Здесь еще страниц, такое огромное количество, это же обалдеть просто. 12 штук собрать. С ума сошли, что ли? Ладно, там 6 было. Батарейки пропустил. С моей внимательностью это неудивительно. Так, ну что, куда мы двинем-то? Давайте налево, там у нас какое-то то ли здание, то ли что. Я надеюсь. I hope. Уже появить что-нибудь, ну, что-нибудь хорошее из темноты. Потому что без света здесь, скажем, вообще плохо, жить невозможно. Со светом страшно. Что тебя кто-нибудь заметит. Ох, так, что-то там вырисовывается у нас, кстати говоря, вдалеке. Отлично, что это такое? А мы подошли практически, да? Что-то где-то, наверное, в эту сторону. Через лесок-то я уж не пойду, наверное. Фонарь. Жутчайший фонарь. Нас ведет эта дорога. Надеюсь, к очередной странице.
Да, это какой-то склад. Или нет, это контейнер вообще. Какого черта бункер в этом месте? Бункер, дорогой, бункер. Возможно, тут нам расскажут, как вообще появился этот слендер, мать его, за ногу. О, ребята, что-то мне не сильно сюда охота. А вот в таком месте выключится фонарь, да? Жесть. Какие тут причудливые звуки. Уф, маленько отдохнуть. Фу, блин, у меня дрожь по телу просто. Ну нафиг такое напряжение. Бункер, надо сказать, видывал лучшие дни. И что-то могу сказать, что в бункере мы пока что ничего не нашли. Зато у нас есть тут спуск вниз, отлично. Ой. Я-то думал, уже некуда. Жесть, как далеко он идет. Наверное, зря я тогда бегу. А тут так... такие звуки идут. Фото 4. Я не понял. В чем смысл? Ради фото сюда ходили. Есть, кстати. Нет, лучше так. Ну ладно, сходили. Такой длинный подъем ради одной фотографии. Возможно, это еще не доведено. Такие игры, как вы знаете, постоянно дорабатываются. И там будет еще какой-то комплекс. Но пока что, надо сказать, бункер не впечатлил. Впечатлил, конечно, очень страшно, но что это за спуск в тупик? Мне кажется, что где-то здесь я пропустил страницу, потому что неужели это место без цели создано какой-либо? Возможно, на контейнере. Мне придется обойти по-любому. Отсюда я не прохожу. Надеюсь, эти бочки не настолько токсичны, насколько я думаю. Ага, батареи. Так, наверняка где-то здесь что-то есть. Скажем, вот тут. Да-да-да. Осталось 9. Кто там? Валим. Может, на том контейнере тоже есть, конечно. Давайте по-быстрому проверим. Мне, конечно, не очень уютно, но... пока что нас никто не трогает. Нет, ничего. Давайте выходить. Слендер в этой части какой-то ленивый. Не особо лезет к нам. Нашим легче. В принципе, надо сказать, что мы уже... ладно, все нормально. Мы уже половину карты обошли, по сути-то.
Ну, не половину, конечно, где-то, наверное, одну четверть, но достаточно много. Просто закоротил лампочку, да? Что такого-то на самом деле? Чего бояться-то? Пойдемте сюда. Хотя нет, пойдемте туда. Там у нас какой-то был небольшой такой аппендикс. Возможно, мы туда сейчас выйдем. Что-нибудь найдем. Да, в темноте вообще полнейший бизнес. Подожди, какой аппендикс, о чем я? Может, тут в поле сходить, к этой ели большой? Похоже, каждый объект на карте содержит на себе. Хотя бы один кусок рукописи. Вот, допустим. Тихо, 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 тихо. Ой, ой, ой. Что не так с этим местом? Ребята, вы как знаете, я валю. Нехорошо что-то как-то вышло. Так, ладно. Все лучше и лучше. Вот наш указатель около бункера. На вышке мы побывали, около елки побывали. Сейчас мы пойдем куда-то вот сюда, вот в поля, наверх. Другого мне ничего не охота. Вообще удивительно, насколько вот эти инди-хорроры, все это началось по большей части с SCP-087, самый первый спуска по лестнице. Сейчас уже развились в отдельные направления и, по сути, не просто развились в отдельные направления, они растут над собой. То есть, если первые игры были достаточно примитивными, то, что мы видим сейчас, вот последний, скажем, тоже Blood Moon, вот эта вот игра, или как его там, где мы выбираемся. А. Мать твою, давай, беги куда-нибудь. Валим. Началось колхозе утро. Я уже не знаю, где мы находимся. Но мне и не так это важно. Главное убежать. Давайте в поле. Надеюсь, он нас потеряет там. Куда это мы вышли? Что это вообще такое? О, какой-то завод. Я хочу туда, там мы спрячемся. Он рядом со мной все это время. Дайте мне войти сюда. Можно обойти по-быстрому нафиг. Давай. Где-нибудь порванный забор, я не знаю, или калитка. Давай, противник. Он прямо за нами, он преследует нас. Только не оборачиваться. Батарейки лежат. Да где вход-то, елки-палки? Мне кажется, сейчас... Мне кажется, что мне уже ничего не кажется. Валим. Это тупик. Отдышись, братья. Мы туда не попадаем никак, смотри. Ой, не надо, не трогай меня. Я хочу на этот завод. Меня туда не пускают ни в какую. Он по пятам идет. Ну, круг мы уже сделали.
почему-то не нашли входа. Или это был не круг? Если было меньше травы, я хотя бы видел бы, где тут можно пробраться, где нельзя. Но явно же где-то должен быть вход. Если там внутри лежат батарейки. Или что это там лежит. Я не выберусь отсюда уже точно. Он уже постоянно появляется у меня за спиной. Давай, 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 братья, покажи. Так, выдохнуть, успокоиться. Да блин, где вход-то, елки-палки, но... Че вы спрятали-то его? Тут без вас тошно, а вы еще мне такие заманухи делаете. Главное, эта местность никак на карте не отмечена, то есть... Какого черта вообще? Слендер, похоже, заблудился. Он... А, ву? А, нет, не был. Хоть дверка какая-нибудь внутрь. Ошибаюсь. Скотина. Ну что, это был Haunt The Real Slender Game. И теперь я точно могу сказать, что это действительно настоящая игра про Слендера. Все остальные игры про Слендера по сравнению с ней, это так, детский лепет. Игрушка по-настоящему страшная, сделана на гораздо более профессиональном уровне, чем предыдущие Слендеры. И надо сказать, блин, я по такого рода играм, как показала практика, соскучился. По-настоящему испугался в конце. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Мы сюда еще вернемся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.